городок на Миссисипи. По книге Марк Твена «Приключения Тома Сойера». Часть первая. Чего бывают бури, джентльмены? Для того, чтобы до костей нас промочить. Для чего нам светит солнце, джентльмены? Для того, чтобы после бури обсушить. Я скажу вам откровенно, что не говорили, но уроки, джентльмены, для того, чтобы перемены между ними были. Для чего даны нам ноги, джентльмены? Для того, чтобы все дороги исходить. Для чего дано нам сердце, джентльмены? Чтобы подвиг благородный совершить. Я скажу вам откровенно, делу Тома хватит. Но от скуки, джентльмены, я бы скончался непременно без таких занятий. Позвольте представиться, я Том Сойер, тот самый, которому знаменитый американский писатель Марк Твен посвятил целую книгу. Вы, вероятно, эту книгу читали, а если нет, я уверен, непременно ее прочтете. Мой друг Гекльберри Финн, с которым я познакомлю вас позднее, говорит, что Марк Твен кое в чем приврал, рассказывая обо мне. Но, в общем, написал правду. И потому Ек считает, что книга обо мне, в общем, правдивая книга, только с кое-какими выдумками. Но Ек думает, что, за редким исключением, он не встречал человека, который бы не соврал при случае. Но это я оставляю на его совести. Что касается меня, то я буду вам рассказывать свои приключения по возможности правдиво, хотя и с теми прекрасами, которые допустил Марк Твен. Да, я прошу вас также иметь в виду, что книга «Приключения Тома Сойера» написана в 1875 году, а изображенные в ней события произошли еще раньше, в 40-х годах прошлого столетия, когда Марк Твен был моим ровесником. Но все это я говорю мимоходом. Главное же, что, несмотря на свои 100 с лишним лет, я остаюсь все тем же Томом Сойером, который начнет сегодня с вами беседовать и вряд ли сумеет уложить свой рассказ в одну передачу. Сегодня я хочу вам кое-что рассказать о том маленьком городке, где я родился и провел свое детство. Это был очень маленький городок на берегу очень большой реки Миссисипи. Я уверен, что вы найдете его на карте. Я жил вместе с младшим братом Сидом и тетей Полли. Тетя Полли... Том! Да вот она сама. А я предпочитаю удалиться. Том, где ты? В школу пора. Том! Она меня ищет. Она всегда меня ищет. Том! Я молчу. Том! Молчу. Господи, боже ты мой, куда же он запропастился, этот мальчишка? Ой. Под кроватью. Ой. Ищет. Ой. Что за ребенок? Я в жизни не видала такого. Опоздает в школу. Теперь на огороде ищет среди помидорных грядок. А я преспокойно сижу в чулане.
Бедная тетя Полли. Ну, погоди, дай мне только до тебя добраться, я голову оторву. Я чуть было не прошмыгнул из чулана, но тетя Полли схватила меня за край куртки. А? Вот ты где. А я как-то я забыла про чулан. Стой! Что ты здесь делал? Ничего. Ничего? Погляди на свои руки. Чем ты вымазал рот? Не знаю, тетя. Не знаешь, не знаешь, а я знаю. Вареньем, вареньем, вот чем. 100 раз я тебе говорила, не смей трогать варенье. Дай мне сюда этот прут. Ну, тетя. Дай прут, я выдеру. Пожалуйста, тетя Полли, вот вам прут. Казалось, что беды не миновать, но меня осенила счастливая мысль. Ой, тетя, что у вас за спиной? Где? Тетя Полли обернулась, а я мигом перескочил через забор и был таков. Я скажу вам откровенно, Ну и мальчишка, будто знает, что стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку, у меня уж и руки опускаются, и я даже шлепнуть его не могу. Мало ли он со мной проделывает фокусов, каждый день что-нибудь да придумает. Сегодня, например, он отлынивает от школы. В нем черти сидят, знаю. Но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры, и у меня просто духу не хватает наказывать его. Но накажешь, мое старое сердце разрывается от жалости. А потакать ему совесть замучит. Не выполняю долга. Сказано ведь в Писании, кто щадит младенца, тот губит его. Господи, Боже ты мой, отчего то мне девочка, а? Какой прилежной, какой примерной, послушной, какой тихой-тихой была я девочкой. У девочки Мэри ягненочек был. Он девочку Мэри ужасно любил. Он мне ей кричал. А Мэри казала, что Мэри он звал. Ягненочек этот однажды исчез, и девочка Мэри отправилась в лес. Вот Мэри во тьме. Все ждет, что услышит знакомое. Пришла ты сюда, уже от ягненочка нет и следа. Лишь мне успел он вскричать.
волк твое имя не дал. Да, я, конечно, не пошел, потому что был понедельник. А с понедельника, как вы знаете, начинается новая неделя мучений в школе. Зато я отлично провел время на реке, на нашей чудесной Миссисипи. Миссисипи. Если бы я был поэтом, я рассказал бы вам, как величаво проносила она свои зеленоватые волны мимо густых лесов, населенных отважными индейскими племенами, мимо прерий, где резвились дикие мустанги. Но я не поэт. Если бы я был философом, мне, возможно, пришла бы в голову мысль, что, протекая мимо нашего городка, река как будто замедляла свое течение. Движение ее становилось спокойным, словно она боялась разбудить сонную жизнь его обитателей. Но я не философ. Я могу только сказать, что и в нашем городе происходили необыкновенные события, потому что и здесь жили великие и непобедимые племена. Это были мы, мальчишки, мои друзья и я. И говоря по правде, мы доставляли много хлопот нашим дорогим родственникам. Но вернемся к рассказу. Итак, в школу я не пошел, а всласть выкупался и еще успел домой к обеду. Благослови, Господи, нашу трапезу. Нашу трапезу. И нас, грешных рабов твоих. Грешных рабов твоих. Кушай. Кушающих от милости твоей, милости твоей. Аминь. Аминь, тетя. Том, Сид, за стол. За стол. Том, не торопись. Бери пример Сидди, как он красиво ест. Да, тетя. Вот так, вот так. Спокойно, вот так. Том? А, Том? Да, тетя. В школе было не очень жарко. Нет, тетя. А может быть, в школе было очень жарко? Да, тетя. И неужели тебе не захотелось выкупаться, а? Нет, тетя, не очень. У меня душа ушла в пятки. Я сразу понял, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы. Нет, тетя Поля, мне не очень хотелось выкупаться. Мы в школе обливали головы из колодца. Поглядите, у меня она и сейчас мокрая. Во. Действительно мокрая. Том, сегодня я наглухо зашила воротник твоей рубашки, чтоб ты не смог купаться в реке. Да, тетя. Для того, чтобы катить голову из колодца, тебе не надо было распарывать его, нет? Нет, тетя. Так расстегни куртку. Я хочу сама убедиться. Пожалуйста, тетя Поля. Воротник зашит крепко. Господи, боже мой,
Воротник зашит крепко. Том, прости меня, а я, признаться, подумала, что ты сбежала с уроков, чтобы выкупаться. Ну что вы, тетя Полли. Да, я положу тебе еще варенье. Пожалуйста, тетя Полли. Да не так ты плох, милый мой, как иногда кажешься. И все бы кончилось благополучно, если бы не мой братец Сид, который любит совать свой нос куда не следует. Тетя, а вы помните, какой ниткой вы зашивали Тому воротник? Я помню, Сиди, белой ниткой. Что ты, Сиди, что за странный смех? А теперь у него черная. Черная. Том, ты солгал! Солгал своей тете! Конечно, я не стал дожидаться продолжения и выбежал за дверь. Она бы ничего не заметила, если бы не Сид. Вот черт! То она зашивает белой ниткой, то черной. Хоть бы одной какой-нибудь, а то никак не уследишь. Ну и отлуплю же я тебя, Сиди. Будешь помнить! Слышите, какой свист? Прямо соловей. А? Как свистит! А это всего-навсего наш негритенок Джимми. Ну и мастер. Вот бы мне так. Hello, Джимми. Hello, сэр. Как ты замечательно свистишь. Прямо птичья трель. Выучи-ка меня. О, с удовольствием, масса. Надо часто-часто дотрагиваться языком до неба. Вот так. Попробуйте. Попробую. Ничего не выходит. Нужны настойчивости и усердие, масса. Вот так. Попробую. Попробуйте. Ничего не выходит. Нет, нет, нет. Сейчас лучше, масса. Поупражняйтесь еще, поупражняйтесь. Давай вместе, Джимми. Давайте Джимми. Вместе. Свистел таким образом, передо мной появился мальчишка. Чуть повыше меня ростом, которого я никогда не видел в нашем городе. Ну и франт же он был. На нем была совсем новая шляпа, нарядная суконная курточка и такие же новые штаны. Он был в башмаках. Даже галстук у него имелся из какой-то пестрой ленты. И вообще, вид у него был столичный, чего, как вы сами понимаете, я никак не мог стерпеть. Мы долго стояли, не сводя глаз друг с друга. Наконец я сказал: «Хочешь, поколочу?» Ну-ка, попробуй. Небось, не сможешь. Сказал, что могу, значит, могу.
А вот и не можешь. Могу. Нет, не можешь. Могу. Не можешь. Могу. Как тебя зовут? Не твое дело. Поговори еще у меня, получишь. И поговорю. Да я захочу, так одной левой рукой тебя набью. Чего ж не бьешь, ну? И набью. Видали мы таких. И набью. Видали мы таких. И набью. Ишь вырядился, еще в шляпе. Попробуй, сбей, тогда узнаешь. Поговори еще, я тебе голову кирпичом проломлю. Как же, так и проломи. И проломлю. А сам стоишь? Боишься? Нет, не боюсь. Боишься? Нет, не боюсь. Боишься? Нет, не боюсь. Убирайся отсюда! Сам убирайся! Не хочу! И я не хочу! Смотри, вот провожу черту! Только перешагни, я тебя так отлуплю, что своих не узнаешь! А вот и перешагну! Ну, попробуй, тронь! Ты не толкайся, тут так дам! Посмотрим, как это ты дашь! Давай 2 цента отлуплю! На! 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 В грязи, сцепившись по-кошачьему, таскали друг друга за волосы и за платье, угощали тумаками и покрыли себя пылью и славой. Скоро я оседлал чужака, заставил его просить пощады и выпустил. Ты еще меня узнаешь, я, пожалуй, старшему брату, он тебя поколотит. Это тебе наука, другой раз гляди, к кому лезешь. Для чего бывают бури, джентльмены? Для того, чтобы до костей нас промочить? Для чего нам светит солнце, джентльмены? Для того, чтобы после бури обсудить. Я скажу вам откровенно, делу дома хватит. Но от скуки, джентльмены, я б скончался непременно без таких занятий. Когда я вернулся домой и осторожно влез в окно, то обнаружил засаду в лице тети Полли. Ты? Я, тетя. Опять через окно? Да, тетя. Ай, ай, в каком виде твой костюм? А лицо? А руки? Ай, ай, ай. Нет, тебя может исправить только труд. И вот мое решение. В субботу, когда все будут отдыхать, ты будешь красить наш забор. Тетя Поля, что вы? Будешь красить наш забор. Но ведь это займет у меня весь день. В нем 30 метров длины и 2 метра высоты. И этого еще не вполне достаточно, чтобы ты мог исправиться. Ну, тетя... Ни слова. Тетя... Ни звука! Прежде у меня, может быть, не хватило бы духа заставить тебя работать, когда у всех детей праздник. Но сейчас мое решение тверже гранита. Тетя... Нет. Нет. Я должна исполнить свой долг. Ты будешь красить забор.
Наступило субботнее утро. Для всех это был день отдыха, а я, увы, стоял на тротуаре с ведром из звездки и длинной кистью в руках, испытывая величайшую тоску. Подумай только, забор в 30 метров длины и 2 метра высоты. Я окунул кисть в ведро, провел ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, сравнил ничтожную выбеленную полоску с необозримым материком некрашенного забора и уселся под дерево в полном унынии. Это Джим с ведром в руке. Носить воду из городского колодца всегда казалось мне скучным делом. Но сейчас я посмотрел на это иначе. Hello, Джимми! Hello, сэр! Иди-ка сюда! Как идут дела, Масса? Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побели тут немножко. Не могу, Масса Том, не могу. Старая хозяйка велела мне поскорее сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, Масса Том верно позовет меня белить забор, так чтоб я шел своей дорогой и не смел соваться ни в свое дело. А ты ее не слушай, Джим. Ну, мало ли, что она говорит. Ну давай мне ведро, дай. Я в одну минуту сбегаю, она не узнает. Боюсь, Масса Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет, ей-богу оторвет. Она-то, да она никогда и не дерется. Ну, стукнет по голове наперстком, вот и все. Подумаешь, важность какая. Говорить-то она, бог знает что. Да от слов-то ничего не сделается. Разве сама заплачет? Не могу, не могу. Джим, а хочешь, я тебе шарик подарю? Я тебе подарю белый, с мраморными жилками. Белый? Да, белый. Во, смотри, Джим, а? Ой, это не пустяк. Ой, как блестит. Ага, что? Только уж очень я боюсь старой хозяйки, Масса Том. Постой, Джимми. А еще, если хочешь, я тебе покажу сейчас свой больной палец. Палец? Во, смотри, нарывает. Джим был всего-навсего человек. Такой соблазн оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял белый шарик и, весь охваченный любопытством, наклонился над моим больным пальцем, покуда я разматывал бинт. Ой, Масса Том! Видал, как нарывает. Ага, так я и знала, Джим, Том негодные. Верно сказано в Писании, век человеческой крови и полон скорбей. Вот вам, И тетя Полли удалилась с туфли в руке и торжеством во взоре. Я усердно белил забор. Меня как огнем жгла мысль, что скоро мои друзья выйдут из дома и подымут меня на смех за то, что я работаю в праздничный день. Я скажу вам откровенно, дел у Тома хватит, но от скуки, джентльмены, я бы скончался непременно.
от таких занятий. Полный вперед. Из-за угла показался Бен Роджерс. Тот самый мальчишка, чьих насмешек я боялся больше всего на свете. Малый ход. Он изображал проход «Большая Миссури» с осадкой в 3 метра. Задний ход правого руля. Он был и пароход, и капитан, и пароходный колокол, все вместе, и еще жевал яблоко. Стоп, машина! Самый малый отдать концы. И в эту безнадежную минуту меня осенило вдохновение. Да-да, настоящее ослепительное вдохновение. Я взялся за кисть и продолжал свою работу. Машина стала, сэр. Я продолжал белить забор, не обращая на пароход никакого внимания. Алло, Том! Что? Взяли на причал? Попался? Я молчу. Что, старик? Работать приходится, а? Молчу. Том! А? А, это ты, Бен? А я и не заметил. Не узнал. Слушай, я иду купаться. Ты не хочешь, а? Да нет, ты, конечно, поработаешь. Само собой. Работать куда интереснее. А что ты называешь работой? А это, по-твоему, не работа? Что ж, может, работа, может, и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе. Да брось ты. Уж будь тебе так нравится белить. Нравится? А почему бы и нет? Небось, не каждый день нашему брату достается белить забор. Нравится белить забор? После этого дело представилось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко. Я осторожно водил кистью взад и вперед, останавливался время от времени, чтобы полюбоваться результатом, добавлял мазок другой, опять любовался результатом, а Бен следил за каждым моим движением. Ай! Слушай, Том, дай мне побелить немножко, а? Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тетя Поля прямо трясется над этим забором. Да кто он ведь? Я же... Он, понимаешь, выходит на улицу. Если бы это была та сторона, что во дворе, она бы и слова не сказала, да и я тоже. А над этой стороной она прямо трясется. Так ведь я... А ты знаешь, как надо белить забор? Знаю. По-моему, разве один мальчик из целой тысячи, а то из 2000 сумеет выбелить забор как следует. Да что ты? Ну, слушай, ну, пусти попробовать, а? Ну, хоть чуть-чуть, а? Том, я бы тебя пустил, если бы ты был на моем месте. Ну, я бы с радостью был. Ну, честно, индейское. Но как быть с тетей Полей? Джиму тоже хотелось побелить, она не позволила. Сиду хотелось, она и Сиду не позволила. Видишь, какие дела? Ну, положим, ты возьмешься белить забор, и вдруг что-нибудь... Да что ты, Том? Ну, я же буду стараться. Ну, дай я попробую, а? Ну, дай. Ну, хочешь, я тебя серединку от яблока оставлю, а? Ну, ладно. Хотя нет, нет, лучше не надо, Бен, я боюсь. Ну, я тебя... Ну, все, яблоко отдам. Эх, Бен, ну, ладно. Давай яблоко. Давай кисть. На. Только осторожно, Бен. Я осторожно. Так, старайся, Бен.
и Бен начал трудиться в поте лица. Когда Бен выдохся, я продал следующую очередь Билли Фишеру за подержанный бумажный змей. А когда тот устал белить, Дженни Миллер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы удобно было вертеть за хвост. В середине дня я стал богачом и буквально утопал в роскоши. Кроме уже перечисленных богатств у меня имелось 12 шариков, сломанная губная гармошка, осколок синего бутылочного стекла, чтобы глядеть сквозь него, пустая катушка, ключ, который ничего не отпирал. А кроме того, кусок мела, хрустальная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок! Ха-ха-ха-ха! Потом медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, черенок от ножа, 4 куска апельсинной корки, старая оконная рама, да всего и не перечислишь! Фу! Фу! Если бы у меня не кончилась и звездка, я бы разорил всех мальчишек в городе. Хорошо, что вы не попались мне в то время. Сам того не подозревая, я открыл великий закон, чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно одно, чтобы этого было нелегко добиться. Я отлично провел время, ничего не делая и веселясь, а забор был покрыт звездкой в 3 слоя. А? Мне оставалось только отправиться с донесением в главный штаб к тете Полли. Ягненочек этот однажды исчез, и девочка Мэри отправилась в лес. Тетя. Вот Мэри, вот Мэри, вот Мэри во тьме. Тетя. Все ждет, что услышит знакомое. Тетя, что тебе? Можно мне теперь пойти поиграть, тетя? Как? Уже? Сколько же ты сделал? Все, тетя. Том не сочиняй. Я этого не люблю. Я не сочиняю, тетя. Все готово. Все? У меня нет привычки верить на слово, в особенности тебе, Том. Идем, я сама посмотрю. Идемте, тетя. Я верю только своим собственным глазам, и не было случая, чтобы моя проницательность меня бы обманула. Когда тетя Поля увидела, что выбелен весь забор и вдобавок по земле проведена белая полоса, удивление ее перешло всякие границы. Господи, Боже мой, слава тебе! Значит, он умеет работать, если захочет, Том. Милый мой мальчик, мальчик мой, идем. Куда? В чулан. Зачем? Увидишь. Томас Сойер.
Вот тебе самое большое и самое спелое яблоко. Возьми, ты его заслужил. Заслужил, тетя. Ощущаешь ли ты, Том, особую сладость, особый вкус именно этого яблока? Ощущаю, тетя. Постигаешь ли ты, Томас Сойер, насколько дороже, насколько приятнее награда, когда она заработана честно? Постигаю, тетя. Без греха. Без греха, тетя. Путем твоих добродетельных стараний. Путем моих добродетельных стараний, тетя. Сказано в Писании. Я не стал дожидаться конца назидательной речи, стянул за спиной тети Поли большой пряник и выбежал из чулана. Для чего растут деревья, джентльмены? Чтоб забраться на верхушку и сидеть. Для чего на свете крысы, джентльмены? Для того, чтобы их на ниточки вертеть. Я скажу вам откровенно, делу дома хватит, но от скуки, джентльмены, я б скончался непременно без тебя.